какая красота! Я лежу в палаточке своей. У меня открытое окошечко. Не попадает. Не попадает, слава богу, сюда дождь. Как здорово, как здорово, как здорово. Ой, какая. А ночью, когда нет дождя, я открываю все эти окошки, и они вот такие все сеткой затянуты. И дверь открываю. Вот это вот. И мне видно небо и звезды на небе. И как летают самолеты. Вот раз окно, два окна и дверь. Ой, какие, боже мой. Вся мокрая, пока добежала, пока открыла эту палатку. Ой, какая красота, боже мой. Вот так сейчас глазки закрыты спать. Под шум дождя. А воздух свежайший. Громкий. Да. Это просто так. Чем вы не тянете, человек? Боже, как хорошо. Господи. Можно закрыть. Если вдруг сильный ливень, можно все это закрыть. Ну, где это закрыть? Опаньки. Закрыто. Опаньки. Закрыто. Все. Окно закрыто. Не совсем. Негативно тяжело. Ой, как хорошо. Господи, как же хорошо. Это сказка, это романтик, самый настоящий. Сим-сим, откройся. Сим-сим, откройся. Опаньки, молния какая сверкнула, видели? Сейчас будет гром. Что-то шаякнет по мне.